Это самообман. Это пиар и самообман. Понимаете, если человеку это нравится, вот слушать с винила пластинки старые, ну что можно сказать? Ну, здорово, ну пускай. Но я просто знаю, как делались виниловые пластинки. Давайте я объясню. Для тех, кто этого не знает, в двух словах. Ты записываешь музыку на пленку. Пленочка вот такая вот, да? Лево-право, ну магнитная лента. Там она звучит без шипа, без скрипа, без всего. Это аналоговое звучание. Понятно, да? Что я имею в виду для людей, кто разбирается, как это аналоговое, не цифровое. Это реальный звук, который записывается на магнитную ленту. После этого ты берешь эту пленку, приносишь, ну в моем случае я приносил ее на фирму «Мелодия». И на фирме «Мелодия» с этой пленки делают корд-дубль. Корд-дубль — это другая пленка, просто на которую переписывается твоя пленка. Чаще всего записи делали все, и не только